Ідея відкрити фастфуд у Дмитра виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. В перші місяці бойових дій чоловік прийняв остаточне рішення. Як говорить Дмитро, війна дає можливість для мрії. Завжди мечтав, щоб у моєму місті маленькому був подобие заведения Макдональдса, но, к сожалению, у них есть такие правила, что открываться там от полмиллиона человек и более. На тот момент у меня не было сбережений, и я такой, надо ложиться попробовать, рискнуть. Я продал там некоторые свои вещи, там ноутбук более подобный. Перший заклад Дмитро відкрив у своєму рідному місті Южноукраїнську. Друзі допомогли знайти приміщення. За 4 дні зробили ремонт. Первый день мы открылись на доставку. Сначала было такое себе, а потом под вечер пошли большие завалы у нас, загруженность. Чтобы вы понимали, у нас повара ушли домой в 21, ну, в 9 часов вечера, хотя мы работали до 7. Через месяц Дмитро принимает решение открыть заклад у соседнего города Вознесенску. Вот мне 22, я до сих пор не верю, что у меня это получилось. Я такой думаю, пора открываться дальше. Я нахожу помещение в Вознесенске, это мы сейчас тут находимся. За 3-4 дня мы делаем ремонт, запускаем кухню, заказываем рекламные баннера. И я немножко был в шоке, как у нас был большой наплыв, очень большой. Мы не ожидали, что люди так ждут подобие такого, как известно, сети Макдональдс. Дмитро розповідає, команду зібрав швидко. Проте не всі витримують навантаження, адже замовлень дуже багато. Многие не выдерживали повара, то есть они приходили, стажировались. И такие через 3 дня говорят мне, Дима, я не могу работать дальше. Приходится находить другой персонал, других обучать. Из-за этого иногда мы работаем тяжело. Приходится даже мне иногда выходить, вставать на кухню и работать, помогать поварам. Назва «YouFood» перекладається як «Южний фастфуд». Дмитро говорить, що зараз думає, як українізувати найменування закладу. Как это работает? Мы работаем не как остальные кафешки, там, присел, сел там уже 30-40 минут. То есть человек зашел, сделал заказ или приложение, и буквально 10-15 минут он забрал заказ с пакетиком и ушел где-то кушать себе, потому что это называется быстрый фастфуд. Обидва заклади щодня приймають від 40 замовлень. Двічі на тиждень до закладу приходить Олександр. Мені дуже сподобалось. Та буду ще приходити в це місце. Я дуже багато чого спробував. Мені дуже сподобались наггетси та чізбургер. Дмитро продовжує працювати над фінансовими показниками та удосконаленням закладів. Щодо планів – відкрити YouFood в інших містах України. Ніна Булах, Валентина Гурова. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.